Это экспериментальная операция на крысах. Было прооперировано достаточно много животных, которым было инсталлировано в контрольной группе твердомозговая оболочка, естественно, крысина, и были получены гистологические препараты. То есть я объясняю вам, откуда они, гистологии, были эти получены. Все эти эксперименты провела я своими собственными руками, так же, как и осмотр гистологических препаратов. Создается просто карман, туда укладывается твердомозговая оболочка, но это аналог. Понятно, что здесь мы ничего не перемещаем никуда. Ушиваются, ведутся также животные, как и у человека, по сути, все то же самое. Это анализ конусно-лучевых томографий. Обратите внимание на этот скриншот. Вот такое же положение. Здесь отсутствуют фактически все зубы экстразированы, везде первичная дегистенция во фронтальном участке у пациентки. А здесь это 9 месяцев после операции уже начинает формироваться, минерализовываться вот потихонечку замыкательная пластиночка. Это тоже вот все скриншоты до и после. Она, конечно, очень тоненькая, это достаточно все сложно, но за счет того, что и клинически сопоставимо, мы клинические, рентгенологические признаки наблюдаем стабильные результаты без рецидивирования, сохранением объема мягких тканей в новом объеме, в новых тканях сопоставимо, тогда это все-таки образование вестибулярно-замыкательной пластинки. Это твердомозговая оболочка, на которую реагируют вот таким образом наши клетки. Они мгновенно все ее узнают, потому что она для них является родной, нативный такой патологенный препарат. И вот она вся прорастает сосудами. Это был, а вот как раз препарат, который вот установлена субпериостально твердомозговая оболочка, дала через 14 дней у крысы, не просто другой метаболизм, рост новой костной ткани. Вот эти все препараты, это сделано вот после эксперимента, проведенных на животных. Это стабильные результаты порядка, наверное, где-то 6-7 лет после операции. Это уже наблюдения такие длительные достаточно для рецессии десны, потому что классически мы через 6 месяцев можем уже оценить результат и сказать, зарегистрировать его в парадонтальную карту и сказать, нас успех, да, покрытие поверхности корня. Здесь применялся тоже твердая мозговая оболочка, корональным методом была одиночная рецессия, перемещенным корональным методом была прооперирована пациентка. Здесь создание прикрепленной десны было основным мотивация для операции, это была предортодонтическая подготовка. Обратите внимание, вот эта пациентка, это называется критически тонкий биотип десны. Вы обратите, видите, просвечивают корни зубов. Девушка обратилась ко мне, ей было 27 лет, вот с генерализованными рецессиями 26 зубов. Вот такая картина в полости рта у нее была везде. Ну и с еще хуже, как бы сейчас вы увидите тоже ее снимки. Это то, что произошло после первой операции с твердой мозговой оболочки. Через 4 месяца это результат. Это тоже та же пациентка, это третий сегмент, та же работа. А
вот у этой же пациентки ситуация на верхней челюсти до и после операции. Здесь было прооперировано она комбинированным методом, это то, о чем мы говорили, что применение аутотрансплантата в ее случае нам позволило установить пластический материал только в области вот этих двух зубов. А все остальные зубы пришлось применять твердую мозговую оболочку, потому что объема трансплантата у меня больше негде было его ни забрать, ни взять. Но вот из такой, да, клинической ситуации, это то, что мы получили с ней через 8-9 месяцев. Это та же самая пациентка, как вы поняли, только в первом сегменте. Также получилось забрать трансплантат только на область 13-12 зуба. Сопоставимо применение и твердой мозговой оболочки, и аутотрансплантата во всех группах исследований комплекса они формируются обязательно повторно. Даже если произошли какие-то осложнения, на самом деле вот эта хирургическая травма, когда мы травмируем надкосницу, отслаиваем полнослойный лоскут и травмируем камбиальный слой надкосницы, всегда приводит просто к регенерации мягких тканей в этой области. Но установка именно твердой мозговой оболочки в связи с тем, что она сохраняет свою нативность, дает нам рост ткани, и ее применение дает стабильный результат без отсутствия рецидивов. За счет твердой мозговой оболочки мы также меняем биотип десны. И в значительной мере за счет травмы от операции, не только, но и за счет биодеградации твердой мозговой оболочки. И твердая мозговая оболочка, она имеет такой индукционный момент, она стимулирует остеогенез и осификацию. То есть, когда она применяется как мембрана, это не тема этого доклада, но когда она применяется как мембрана непосредственно, она тоже на ее месте возникает костная ткань, а не мягкотканный комплекс. Когда она контактирует именно с самой костно-пластическим или с нативной костью. В рамках этого доклада я, конечно же, рекомендую применение такого пластического материала при хирургическом лечении десны двуслойными методиками, там, где вы не можете применять аутотрансплантат или его недостаточно. Образование в зоне установки этого комплекса костной ткани соединительной дает нам право говорить о том, что это долгосрочный результат на благоприятные перспективы изменения биотипа десны. Да, сейчас у нас вышел новый препарат. Мы стали применять твердую мозговую оболочку в измельченном виде. Это готовые уже флаконы с препаратом для заполнения пародонтальных дефектов. В тех случаях, когда только мембрана не обойтись, и когда мы имеем костные пародонтальные дефекты, достаточно удобно, она очень хорошо схватывается с кровью, и она такой, как костный клей, прям такой образует конгломерат, и очень удобно глубокие острые пародонтальные дефекты она заполняет. Очень давно еще в Омске было исследование, в 86-м, что ли, году, там доктор делал это вручную, просто сам нарезал эту твердую мозговую оболочку и заполнял, получил очень хорошие результаты. Но в связи с тем, что технология на производство не возымела, да, никакого действия, не было препаратом как таковым, она так и осталась. А тут мы вот возродили его это исследование, подняли и получили свои очень хорошие результаты, но это уже попозже. Что это только-только вот мы сейчас начали этим заниматься, буквально год последний. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить.